Депутаты городского маслихата совместно с представителями партии «Нуротан» провели мониторинг в отделе РАГС города Темиртау. В рамках мероприятия государственные служащие ознакомились с обслуживающими помещениями и взяли во внимание уровень выполнения работ. Да, вот уголок самообслуживания, два компьютера, люди приходят с ЭЦП, либо через одноразовый пароль, заказывают услугу, и уже полдела сделано, даже по большей части. Я думаю, это очень удобно, лучше, чем ехать в ЦОН, ждать, бронировать и все прочее. Отметим, что в данном учреждении можно получить несколько видов электронных документов. В электронном формате могут получить у нас такие услуги, как регистрацию рождения, заказать. Также могут заказать повторные свидетельства, справки по расторжению брака, регистрацию брака заказать. Также могут обратиться по перемене. Помимо этого, данная организация оказывает различные услуги населению. Большая часть из них бесплатна. Как отмечают сотрудники, услуга будет платной только в том случае, если документы нужны за пределами страны. Регистрацию брака, расторжение брака, перемена фамилии, имени, отчества, исправление, внесение дополнения, Минская конвенция, запросы, Кишиневская конвенция, то есть те запросы, которые мы истребуем, документы за пределов Республики Казахстан. Стоимость? Так, стоимость подачи на регистрацию брака 1 МРП 2917, расторжение 2 МРП, там получается 5800 тенге. Так, Минская конвенция 05 МРП 1419. Так, перемена фамилии, имени, отчества у нас тоже идет 1 МРП. Ну, в принципе, все, рождение и регистрация смерти бесплатно. Объехав все отделы, народные избранники говорят, что остались довольны. Исходя из сегодняшнего мониторинга, мы увидели, что абсолютно доступная среда для каждого гражданина города Темиртау, что услуги можно получить как нарочно, так же и в электронном формате. Условия все созданы. Я думаю, что для того, чтобы сюда обратиться, можно получить все очень быстро и качественно. Стоит отметить, что городской отдел РАГС оказывает населению 8 видов государственных услуг. За последние 8 месяцев они были оказаны более 9000 раз. Из них наибольшее количество обращений связано с рождением ребенка. Юлия Исланова, Жансая Иманбекова, Сергей Баданин, Новости Темиртау.